Так, ребята, у нас прогулочка, короче, по деревне. Что, давай солнце? Давай так же фотки. Здесь клево смотрится. Где? А что там? Ты про что говоришь? На фотографии. Видишь уголочек специальной стенки свободные, да, фотографии? А, в доме в самом? Но. Я думал, ты про вот эту вот. Там вон рамки классные продаются вообще. Про машину, я думал, ты имеешь в виду. А, нет, я на магазине. Так, ребят. Мы, короче, до магазина решили прогуляться и записать вам видосик такой небольшой. Да, дочь вот сказала, Настя, что хочет игрушку. А? Дочь сказала, что хочет игрушку, остальные тоже заказали себе подарочек. Так нифига, ну 28 тысяч. Ну так это новогодний, Дед Мороз придет. 30 косарей, ребят, мы заказали, уже оплатили это все подарки. Вот это детский на Новый год под елочку подарки. И, кстати, я тоже ребенок. А тебе на день рождения больше не рисуют. Ладно, ребята. Короче, Настя, короче, сказала для контента. Я тебе купила, короче, такую тему, что тебе она нужна. То есть, ну, для съемок. Ребята, напишите в комментарии, что она имела в виду. Я вот ее колю. Она не хочет. Или не гитара, может, у кого-то. Вот. Тебя спалили мой подарок. Ребята, у нас зима, у нас вообще прям просто прикольно. Это, ну что? Пацаны, что? Пацанам что сейчас купим? Они заказали, сейчас идем купим. А. Все, вот, ребят. Да. Артем, вы же конструктор маленький. Мы чаще будем снимать ролики, ребят, для вас. Заходите, общайтесь в комментариях. Обязательно пишите комменты, обязательно. Мне это, ну, как бы мотивирует нас, нашу семью, что вот надо делать дальше. Не сдавайся, хрен с ним на этих кейтеров. Пофигу вообще. Я знаю, что вы нас любите, и мы вас тоже. Ребят, ну, пока на этом все. Вторая часть будет попозже. Все, удачи.